Итак, давайте вместе с вами нарисуем новый объект. Заодно просто потренируемся. На самом деле наша цель, в общем-то, здесь единственная цель, это тренировка того нашего навыка. Я оставлю только одну часть, поэтому мне не надо их делать особо зеркальными. Удаляем и отзеркаливаем. У нас какая-то каша получилась. Мы будем с помощью тени делать форму, то есть вот эти вот перепадины мы будем делать с помощью меш. Заодно посмотрим, что у нас из этого получится. Это у нас верхняя часть. Теперь нам необходимо нарисовать нижнюю часть, но нижняя у нас будет таким вот образом. Сейчас я рисую схему. Схему своего фонаря. Можно даже его разукрасить сейчас в разных направлениях. Не знаю, может быть, низ сделаем поменьше, да? Сейчас я рисую составляющие, скажем так, объекты. Здесь у нас будет гореть огонь. Далее, что нам необходимо? Делаем разных цветов, чтобы было какая-то впоследствии сделать тень. Соединяем примерно вот таким вот образом. В принципе, можно это сделать их прямыми. Да, то есть вот так вот. Вот эти вот штуки сделать поширше. А, еще, конечно же, ну, то есть какую-то глубину, да, будет вот так вот, например. Зажимаю Shift, чтобы она у меня сдвигалась только по горизонтали. Здесь я уже рисую без какого-то эскиза. Кто смотрел стоковый иллюстратор 1, там мы тоже рисовали тот же самый объект, то есть фонарь. Но там я его рисовала с фотографии.
Здесь, так как у нас уже уровень 2.0, да, то есть это повышенный уровень, я рисую не с фотографии, а из головы. И я не знаю, насколько у нас что-либо получится, но на данный момент мне хочется именно посмотреть, насколько хватит моей, скажем так, фантазии. Теперь берем вот эти вот штуки. Можно с помощью, кстати, эффектов их сделать. Давайте попробуем с помощью эффектов. Мне надо их... Давайте попробуем арку. Нет, не то. Тогда будем вот этой вот деформацией. Ну, примерно вот так вот это все дело получится. Вот эти вот надо, наверное. Я так... Нет, некрасиво. И теперь вот эту вот часть мы пододвигаем. Я зажимаю Shift, чтобы оно не ерзало. То есть только по горизонтали видоизменялось. Тогда переносим на самый верх. Такая слишком узкая получилась. Так, теперь надо тень. Ну, оно все смотрит в одну сторону. Или можно вместо вот этой, допустим, Ctrl-C, Ctrl-F копировать и вырезать. Так, только вот это вот тоже Ctrl-C, Ctrl-F. Вырезаем. Нет, она у нас... Вот этих должно быть две, и вот этих должно быть две. Вот. Это вот эта внутренняя часть. Переносим ее вниз. Какой-нибудь другой цвет. И можно ее сделать, создать параллельный контур. Допустим, минус 5, минус 4. Минус 4 много, минус 2 давайте. Тоже минус 1. Минус 1, окей. Ну, такую тоже глубину создаем, да, то есть вот тут будет у меня уже огонь гореть. Цвета пока ставим абсолютно такие ничем не обремененные. Соединяем, и вот эти две половинки тоже мы соединяем. Кстати, можно даже переместить. Итак, это получилась форма моего фонаря. Здесь удалим. Можно взять как-то. Выбираем инструмент управления точками. Выделяем нижнюю часть и оттягиваем ее до того размера, чтобы мне, ну, как бы нравилось. Допустим, берем купол, и можно тоже его сдеформировать. Мне кажется, это немножко не подходит нам. Просто руками его поднимем. Да. Вот. Вот такой вот у меня получается изначально вариант.
Всегда делаем скидку на то, что это было сделано из головы. Но если вы так же, как и я, рисуете из головы. Так, надо еще стекла. А я все-таки советую периодически пробовать именно не срисовывать. Даже если вам кажется, что это получилось менее красиво. Но все равно порой это гораздо лучше. По крайней мере для нашего будущего, да, для нашей тренировки. Так, делаем витражи. Витражи делаем, да. Они могут заходить внутрь, это как бы не страшно. Они все равно будут там куда-то прятаться впоследствии. Так, еще добавляем витражей. А в следующем видео мы уже сделаем наш фонарь таким красивым. Так, блокируем. И задние витражи тоже добавим, чтобы это было, ну, красиво. И остаются у нас боковые витражи. Не знаю, конечно, насколько их будет видно. Ну, если прям совсем не будет видно, ну, удалим, да, то есть тоже такая не проблема, в принципе. Все, это вот три задних витража, да, у нас есть передние витражи, есть задние витражи. Уберем в сторону, а с вот этим можно что-нибудь, допустим, попробовать сделать, как-то поэкспериментировать. В принципе, можно даже то есть разрезать, да, вот этот вот купол, чтобы упростить нам в будущем задачу. Здесь вот определяться будем сейчас, где будет именно проходить тот самый сгиб. Не то. Зеркалим его. И еще я хочу нарисовать вот эти вот карнизики. Так, ну пока от руки сделаем. Так, что сделать, если просто оно будет вот так вот выходить? Не очень красиво. Тогда сделаем по новой. То есть как
вы понимаете, мы сейчас просто добавляем какие-то мелкие детали. Которые сделают наш фонарь более законченным. Так, по горизонтали. Это должно быть что-то вроде, наверное. Вот такой еще вариант есть. И можно, допустим, сделать его еще более узким к низу. Вот, например. Это такой получается немного вид сверху, да? Все-таки вот тут вид прямо. А вот здесь вот получился такой вид сверху. Хотя я хотела немножко не такого результата. Это получилось за счет того, что у нас вот тут вот, конечно же, прогиб. И есть у нас двойное вот это вот дно позади. Да, то есть... Давайте уберем в сторону. Сделаем его таким более ровным за счет того, что дрожжи оставим. Вот это вот двойное дно мы, если мы его уберем, то есть вот тут вот сделаем ровненько. Вот так вот, да? Ну, по крайней мере, посмотрим, что из этого будет. И верхнюю часть, конечно же, у нас надо сделать, получается, ровненькую. Вот, если мы, получается, выравниваем эти полости, то вид получается спереди. Вот эти давайте немножко сделаем, чтобы они так немножко вдалеке были все-таки. Thank you.
Или давайте сделаем... Я пока не знаю, мы это будем делать с помощью меж или не меж, но для понимания, да, что вообще происходит, хватит пока что и этого. Да, то есть будем играть с тенями. У нас вот такой будет фонарик и вот такой вот будет фонарик. Посмотрим, что из этого будет лучше редактироваться. Кстати, снизу градиент, у нас горячая клавиша Г. Вот такая пока что у нас получается форма. Пока я на этом остановлюсь. Не знаю, будет у меня прямо или под наклоном. В следующем видео разберемся. Всем спасибо за просмотр и всем пока.